Сегодня система профессионально-технического образования отмечает 80-летний юбилей только в Ульяновской области. В колледжах и техникумах ежегодно обучаются более 20 тысяч студентов. А главная задача педагогов – подготовить квалифицированные кадры. Артем Петров продолжит. Дать человеку профессию, воспитать настоящего профи своего дела – главная задача среднеспециального образовательного звена. На практике отработать навыки, которые сегодняшнему студенту уже завтра пригодятся на его рабочем месте. Сегодня в 37 колледжах и техникумах региона обучаются около 20 тысяч ребят. Специальности самые разные – от слесаря, сантехника и автомеханика до повара, педагога и даже оператора беспилотников. Наша система в первую очередь это практическое обучение, формирование практических навыков, которые помогут в дальнейшем стать профессионалами своего дела. Уже 77 лет мастеров кулинарного искусства готовят в Ульяновском техникуме питания и торговли. За последнее время здесь произошло масштабное обновление материально-технической базы. Оборудованию местных лабораторий могут позавидовать многие заведения общепита. В прошлом году мы выиграли конкурс на модернизацию материальной базы и обновили свою лабораторию. В этом году мы выиграли федеральный конкурс и теперь можем создать 4 новых лаборатории по компетенциям хлебопечения, кондитерское дело, интернет-маркетинг и ресторанный сервис. Обновляется база благодаря региональной и федеральной поддержке. Для подготовки и проведения Всероссийского чемпионата рабочих профессий молодые профессионалы условия площадок должны соответствовать высоким стандартам. Осенью начнется областной этап состязаний, к которому лучшие кадры техникума уже готовятся. Ежедневно готовимся, темперирование шоколада изучаем, выпекание бисквитов, различных тартов. И сейчас мы делаем скульптуру из шоколада. Десятилетиями система профобразования менялась и становилась более совершенной. Современные программы обучения, уникальные лаборатории и опытные педагоги. Сегодня это залог того, что уже завтра из стен колледжей и техникумов выйдут высококвалифицированные профессионалы. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.